Всем приятной жизни, Эд Шашлык, и мы продолжаем играть в Ведьмачка. Так, нам надо в Оксенфурт. Ну, поехали в Оксенфурт. Поехали в Оксенфурт. Кошачьи глазки. Вот же сучка. Жаль, нету варианта ее убить. Вот, ну, это было бы, наверное, тяжело реализовать, если бы они в Ведьмака... Шо опять случилось? А ты куда собрался, братец? Так да какой я тебе братец? Ты находишься в зоне военных действий, а мы тут военный налог собираем. А мне кажется, что вы наводку собираете. Интересно, будешь ты такой же дерзкий, когда мы тебя обвиним в шпионаже? Плати и не болтай. Да иди ты в очкадрона. Я не дам вам ни гроша. Я же говорил, он шпион. Мы тебя арестуем именем доброго короля Родовида. Ага. Ну попробуйте. Херевида. Что здесь происходит? Докладываю, мы задержали подозрительную личность, шпиона. Из Ведьмака такой же шпион, как из тебя, благородная девица. Еще раз поймаю вас за тем, что вы вымогаете деньги, всех отправлю на Восточный фронт. А ты, Ведьмак, не крутись здесь. Да иди в очко. Спасибо, прощайте. Блин, нахер не, даже порубить их на капусту не дали. Паражитизм. Вот же говнюки, а. Я бы их порубил на капусту, мать их за ногу. Ну да ладно. О, кстати, может перед тем, как идти к этому, заглянем к броннику. Тут же бронник есть. Но он, правда, по-моему, бронник так себе, но... Блин, что-то я не понял, а где вход у него? А, вот дверь, а то разве не дверь? Приветствую! Так, покажи-ка мне свои товары. Покажи, что... Что у тебя имеется? Ничего интересного. Слушайте, я вот что еще хотел, чтобы он меня разобрал. У меня, по-моему, где-то были эти. А, нет, я ракушки уже разбирал, да? Так, ну тогда почини мне... А, нет предметов, нуждающихся в починке. Тогда будь здоров. Будь здоров. Там просто бандюганов надо будет порезать, это ты про эти кошачьи глазки. И куда ты прёшься? Куда? Что? Тебе жить уже колодец, надоело? Ёптеть. Там в каналах чудище страшное сидит. Лучше от него подальше держаться. Говорят, оно уже много девок забрало. Следы сапог. Большие, похоже, мужские. Мужику-то заколдованный принц наш раздался. О! А здесь следы женские. Она была одна. Текс. Ну и нахрен ты это наложил? Утопец, фиготец. Жирный туёпец. Ну, он 30 уровень, это, конечно, ни о чем. Чё, из него даже и мозг не дропнет? Двемеритовая руда, хорошо. Раны резанные явно от клинка. Это работа не чудища. Раны резанные явно от клинка. Сапфировая пыль.
Так, ну тут, я так понимаю, только вариант сюда. А, стоп, а где, а куда идти-то? Вот сюда? А, во. Так, изомир, грибы. Грибы. Чё такое здесь? О, чувак. Не смей, слышишь? Даже не думай. Пожалуйста, не делай этого. А что там? Он ее чпонькает? Шани? Геральт? Кто? Шани? Что ты здесь делаешь? Что за Шани? Пытаюсь спасти ему жизнь. Помоги мне! Ага. Шани, успокойся, он умер. Наверняка еще что-то можно сделать. Оставь его. Шани, фигани. Черт бы побрал! Все зря. Ты сделала все, что могла. Спасибо, Геральт. Рада тебя видеть. Я тебя тоже. Потерял тебя из виду, когда уехал из Узимы. Ну, как дела? Долго рассказывать. В общем, я по-прежнему лечу людей. Открыла лечебницу здесь, в Оксенфурте. Но поскольку я гражданка Редании, то еще работаю на армию. Не страшно. Я люблю долгие истории. С удовольствием. Когда мы отсюда выберемся. Так тебя сюда реданская армия направила? Или ты просто спустилась в каналы воздухом подышать? Я получила задание этим утром. Со мной был отряд солдат. Что-то напало на нас. Кто на вас напал? Ты разглядела? Нет. Как только оно появилось, я побежала. Помню только, что оно было большое, плевалось ядом и как бы чавкало. Ха. То есть это явно не трупоед и не стая утопцев? Нет. Оно было огромное. Кто-то швырнул в него факелом, но чудовище даже не заметило. Значит, не боится огня. Полезные сведения. Этот солдат, он был твоим знакомым? Его звали Нолс. Он пошел бы в увольнение через неделю. Теперь уже не пойдет ни он, ни остальные. А сколько их было? Целое отделение. 6 храбрых парней. Все мертвы. Зачем они послали тебя сюда? Если это, конечно, не секрет. Мне нужны образцы яда твари, что шастает по каналам. Оно не только убивает людей, которые сюда забредают, но и отравляет воду в колодцах. От этого страдают и местные жители, и солдаты. Хочешь, я попробую убить эту гадину и принести тебе образцы? Очень мило с твоей стороны, Геральт. Только я пойду с тобой. Чудовище опасно. Ты видела, что оно натворило? Я уже большая. Я справлюсь. И не нужно спорить. Ты же знаешь, я все равно сделаю по-своему. Хм. Ну ладно, будь по-твоему. Покажи мне, где оно на вас напало. Вон там. Решетка сильно погнута, как от удара огромной силы. Я захлопнула ее, когда убегала. Наверное, чудище в нее шарахнуло. Хорошо, что она выдержала. А теперь нам надо найти обходной путь. Ты хочешь поискать снаружи? Я скорее надеюсь, что этот удар повредил одну из... Чудище все еще может быть где-то здесь. Так, чудище где-то здесь. Ну тут-то особо вариантов немного, куда идти. Я так понимаю. Пособирать ништячков, да это самое. Раны резаные явно от клинка. Это работа не чудища. Блин, ну что за анимация? Это солдаты из твоей охраны?
Да. Они. Верн, Никлас. Бедные ребята. Чудище с ними не цацкалось. Они спасли мне жизнь. Ты их знала? С этим я познакомилась сегодня утром. А с Верном мы служили еще под Дорианом. Миклас завербовался только в июле. Мне очень жаль. Когда ты убьешь чудовище, надо будет прислать сюда кого-нибудь, чтобы забрать их и похоронить. Так что же тут случилось? Мы пришли сюда, и Миклас стал осматривать следы. Тогда на нас напали утопцы. Ребята быстро с ними управились, но Франц получил по ноге. Мы отстали от остальных, и я занялась перевязкой. Нол стоял на страже. Вдруг появилось чудище. Нолс оттолкнул меня в сторону выхода, а сам бросился в бой. Я оглянулась и увидела, что он лежит на земле весь в чем-то клейком. Тогда я вернулась и оттащила его туда, где ты нас нашел. А чудовище? Миклас и Верн отвлекли его на себя. И дорого за это заплатили. Но ты все-таки видела, кто на вас напал? Все случилось так быстро, я не успела рассмотреть. Я видела его только сзади. Оно было большое и склизкое. Так, окей, осмотримся. Надо здесь осмотреться. Тот, кого ты перевязывала, здесь? Франц? Я его тут не вижу. Думаешь, чудовище его утащило? Может быть. Наверное, оно приползло оттуда или убежало туда. Глубоко тут. Нижний уровень каналов закрыт. Но у Верна, командира отряда, был универсальный ключ. Ладно, я его поищу. Так, то есть нам надо найти командира каналов еще. Так, я вот смотрю, тут какой-то еще лабутен лежит. Я нашел ключ. Это здорово. Пойдем. Блин, так быстро я его нашел. Так, ну ладно, я так понимаю, мне единственный вариант, который, это идти сюда. А чё, прям прыгать, что ли? Вера, с тобой всё в порядке? Да лучше не бывает, утопца шинкует. Утопца сейчас нашинкую, и всё, не стучу. Блин, их тут два. Два утопца, это не есть хорошо. Давайте из двух-то мы одного сделаем. Ой, ещё три утопца. На, минусяка. Так, еще утопит идет. Бля, идет как угловно. Типа, а что тут за дела? Что без меня разборки с ведьмаком чинят, а? Слышь, подождите. Ребят, надо хильнуться. Ага, спасибо. Вообще, я вас могу спокойно ардом жахнуть и просто доколоть. Вот так вот. Так, мозги утопца мне нужно собрать, потому что я их попродавал. Вот. А печень чудовища, слюна чудовища. Как бы вообще их, наверное... Так, что-то тут красненькое. Несчастная. Пришла сюда расколдовать принца и не нашла ничего, кроме ужасной смерти. Расколдовать принца... Так, собираем ништячки. Ну, я пока мест не очень хочу. Несчастная. Пришла сюда расколдовать принца. Не нашла ничего, кроме ужасной смерти. Так,
Вот с утопцами оперативно мы разбираемся. Геральт, что с тобой? Я в порядке, а ты? Как ты сюда залезла? Я протиснулась сквозь решетку. Смотри, там Франц. Скорее то, что от него осталось. Что за тварь могла такое сделать? Здесь порядочно утопцев. Это что-нибудь значит? Чудовище явно на них не нападает. Может быть, то, что здесь рыщет, живет с ними в каком-нибудь симбиозе? Может быть. Так, исследовать тело. Интересно. Что? Франц был ранен в ногу, так? Угу, немного выше колена. Ты чем-то обработала его рану? Только продезинфицировала спиртом. А в чем дело? Смотри, похоже, чудовище откусило Францу эту ногу. Остальные тела остались целы, не считая ран, полученных в бою. Ты хочешь сказать, чудовищу нравится алкоголь? Ага, смешанный с кровью. Так, ладно, пойдем искать логово. Ничего не высмотрим. Надо найти логово. Я с тобой. Блин, ты мне только мешаешь на самом деле. Ну ладно, пофиг. Пофиг, пусть. Немножко залутаем. Я все-таки буду лутать. Тело женщины все покрыто слизью. Выглядит так, будто чудовище оставило ее на потом. Я все-таки тут буду. Странный запах. Алкоголь, кровь. Еще воняет чудовище. Она должна быть проходила здесь. Так, утопчики. Шали, берегись, в сторону. Добили одного. Добили второго. Да, Арт. А где там тот утопец? Он же вроде бы здесь был. Реданский вояка. Похоже, решил убить чудовище своими руками. Реданский вояка. Да блин, Геральт. Похоже, решил убить чудовище своими руками. Так, это идет запах, да? Ну пойдемте по запаху. Но только параллельно я все-таки буду лутать. Лутать все, что нахожу. И что не нахожу, тоже буду лутать. Ты кто такая? Тело женщины. Это должна быть одна из тех, что надеялись найти здесь королевича. Да. Тело практически не тронуто, покрыто слизью наполовину. Надеюсь, бедняга не мучился. Чудовище ушло через этот канал. Мы здесь не пройдем. Надо поискать другую дорогу. Тело женщины все покрыто слизью. Выглядит так, будто чудовище оставило ее на потом. Светящаяся руда. Блин, ну лут тут какой-никакой падает. А что вот это лежит? А, грибочки. Так, ну я так понимаю, больше особо интересного тут ничего нет. Значит, нам надо, я так полагаю, сюда идти. Шали, берегись, в сторону. Геральт, ну ты тормоз. Да ну твою мать, тупорылая вафля. Так бы сразу. Пока он свой знак скастует. Ты, как ты вообще в школе ведьмаков учился? Тебя, наверное, оттуда выгнали. Твою налево. Так, ладно, восстановиться мы сможем в любом случае. Ну, тут опять эти всякие тела.
Я так понимаю, ничего принципиально интересного. Женщина лет 30. Странно, нет никаких ран. Умерла от истощения, пытаясь убежать. Страшно. О, ништячок хоботнули. Блин, Шани, ну свали, а. Так, я тут сейчас немножко хильнусь и выйду из этого облака. Блин, да твою мать, что, здесь тоже это облако? Так, а где ж тут проход-то? Шани, ну свали! Тут, блядь, бабы дуры. Тут просто... Хочешь, нахер она мне нужна, эта обузина? Куда идти-то? То есть сюда не вариант идти, да? Вообще рисуется куда-то сюда тропинка. Не нашла ничего. Так, дай-ка захиль меня немножко утопиться. Красава. Вот когда четко, тогда четко. Геральт, мать твою, да колдуши уже нормально это. Свой арт. Да, вообще в Геральта много вариантов играть. Риданский вояка. Похоже, решил убить чудовище своими руками. То есть, в принципе, все знаки более-менее. Кроме, пожалуй, знака, который против призраков. Здесь достаточно слизи. Может, тебе хватит для образца? Мне бы хватило, но это слишком грязный образец. Этот самый, вот этот знак, который против призраков, Ирден, он самый бесполезный. Ну, в смысле, как бы он довольно слабо в бою применим, скажем так. Полно убитых утопцев. Странно. Я думала, что чудовище их не трогает. Подожди, а тут что? До тех пор, пока они сами держатся от него подальше. Должно быть, мы уже близко к логову. Слушайте, а мы что, нашли какое-то улучшенное седло? 45 энергия? Не, это фуфел. У меня 85 энергия есть. Сотня сумок. Так, ладненько, давайте я на этом тогда этот выпуск закончу. Всем большущее спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. А с вами был Шашлык.